Посмотрим. Да, драфт пошел. Драфт пошел, друзья мои. Фастка 55-64. Команда AWS Team и How Are You Gaming встречаются между собой. Команды, точнее, встречаются между собой. И вот сейчас разыграют путевку в финал, если хотите. Ну и слушайте. Первый-то пик у How Are You Gaming. Смотрите, у нас есть возможность взять себе Баншу, либо же Разора, либо же Тинкера. Ну или в конце концов можно взять Шэдоу Шамана. Грасп сидит на пике у команды How You Gaming. И вот думает, он не ожидал, наверное, что такая вот, такое счастье у него будет. И счастье вот он все-таки реализовал, выбрал Тинкера. Ну и посмотрим, чем АВСТ ответят. Потому что... А, они большой отвечают, соответственно. Ну и тогда Тайдом, что ли, или Шэдоу Шамана. Ну, тогда можно Шэдоу Шамана действительно брать, потому что Тинкер... В принципе, до 10 минуты особой опасности не представляет. Ну, как, нет, представляет, но не такая-то опасная штука, как после 10-й, когда у него тревела появляется. Ну и то, как бы он тоже особо... Ну, понимаете, тут у Тинкера есть три стадии игры, даже 4. Первая, это пока он 10-й тогда забрали, да, пока он наберет 10-й. Кстати, не знаю почему, но вот как-то... А когда баншу, вот если у вас двойной пик, почему-то берут баншу и тайда. Вот как-то это... Надо, чтобы мне кто-то объяснил, почему так. Вот из профессиональных команд, или я не совсем понимаю, вот почему так. Но очень часто бывает, что на второй пик берут баншу и тайда. Ну, то есть не на второй пик, а на, когда у вас спаренный пик, вот баншу и тайда. Ну, в общем, ладно. Так, насчет Тинкера, да. Вот у него есть первая стадия, пока он... О, 27-й, 27-й. Ага, тут у нас уже пошел стрим, так надо на паузу его чуть поставить. Так вот, стадия, да. Первая стадия, это пока он не нафармит тревела. Вторая стадия, это пока он не нафармит догон. И третья стадия, когда он уже нафармил Этериал. Вот так вот. Так, что я пока сейчас, пока свернусь, проверю, то посмотрю, что у нас как, где у нас что, как у нас где, и вроде бы все в порядке, да. Все везде хорошо, тогда можем вернуться в доту. Ну и, собственно, вот такие три стадии у Тинкера, или четыре, три. Наиболее, конечно же, он опасен на самой последней стадии, но тоже все зависит от Тинкера, понимаете, и от команды, и вообще много-много очень всяких факторов. То есть тревела могут и на 9-й минуте появиться у Тинкера, а могут и на 15-й не появиться. Вот такие могут быть какие-то всяческие... Не знаю, преобразование с этим Тинкером, его могут убивать, его могут гнобить, его могут там просто по всей карте размазывать. А может быть и наоборот, и Тинкер вообще может быть без машинок, может быть такой старый добрый гангающий Тинкер с лазером, ракетами, который просто будет всех убивать. Ну то есть ходить гангать там как-то и вот за счет этого очень быстро нафармить себе на блинк-даггер, на тревела, ну сначала скорее всего на тревела, потом... Блинк-даггер, ну и тогда уже в машинке будут подключаться. Тогда уже будут подключаться машинки. Смотрите, Шэдоу Шамана с сайленсером отъезжают в бан, и тут профет, и... Почему профет? Ну, чтобы не сплитпушил с Тинкером, потому что у того, у одного телепорт, у второго телепорт могут они сразу же в двух местах появляться одновременно. Ну, в разных местах, то есть один наверху, другой внизу, и... В общем, вот так вот. Ага, Operation. Operation. Скама, кстати... так, SkyMag, Тинкер. Ну что, магического дэмэджа очень много. Может как-то попробовать защититься от этого магического дэмэджа. Какие-то пугны взять или как бы, или что. Ну или Грасс может себе забрать пугну, чтоб тоже как-то вот не было такого, что совсем все будет в одни ворота. Ну и пугна тут, конечно, очень важен. Ну пока это врескинг. Пока врескинг. Честно говоря, я пугну взял бы в любом случае, и, ну, как бы, очень был бы крутой персонаж. Тут, как бы, вард особо убивать нечем. Ну, вот, реально, совсем нечем вард этот убивать. А это Ио, ух ты! Так вот. А, подождите. А что ж тогда получается? Тогда получается у нас... Тогда Фуриона зачем-то сбанили, чтобы... Ну, понятно, зачем тут... Ну, в общем, что-то интересное намечается, потому что у нас будет трипла аппарат Ио и, там, допустим...
допустим, кто? Допустим, Тини или Хаос Найт. Посмотрим, как это Трипла сыграет. Или там Свен, кстати, вот тоже может быть. А может быть, это Ио с Тини в мид пойдут против Тинкера. Во, кстати, вот тогда, да, тогда Тинкеру будет очень больно и неприятно. А Банши, допустим, будет соло стоять. Или с помощью Апарейшена на легкой линии. Как-нибудь так. Ну, в общем, масса сейчас вариантов, потому что этот Висп. И вот интересно, что этот Висп вообще сделает. Сможет ли он вообще, в конце концов, что-нибудь сделать в этой игре. Ну, окей. Ну, то есть, пикнули Виспа. Причем очень хорошо пикнули Виспа. То есть, уже его не законтрить. То есть, ну что, вот тут может, тут как бы у вас один бан всего лишь есть, да? А, ну, два пика. Ну, можете вы, да, в себе забрать там каких-нибудь Тини и Хаос Найта. Ну, а смысл? Они вам абсолютно не нужны. Тут набирают Санкинга, тоже хорошего персонажа. И магический дэмэдж, ну, как нельзя актуальный стал для команды АСВТ. То есть, в них будет вноситься просто тонны, не знаю, килограммы, центнер этого магического дэмэджа. Тут с руки на самом деле бьет только один персонаж, это Вряскинг. То неизвестно, это саппорт Вряскинг или нет. Так что вот надо думать, как от магического дэмэджа защищаться. Или просто будут надеяться на то, что герой у них поплотнее. Ну, не знаю, кто здесь поплотнее. Ну, Тайд плотный. Баншин, он аж потом станет плотная, когда у него там Блудстоун какой-нибудь появится. Ну а здесь, да, здесь такие танковатые, этот Скаймаг, Тинкер, но Скаймаг попробуй его догони, а Тинкер, как бы он, если Тревела и Даггер себе соберет, тоже его попробуй догони, Сэнд Кинг с песками, со всякими, Вряс Кинг с перерождением, так что тут еще надо посмотреть, кто вообще сильнее и кто кого. Вот так вот Тини решили забанить, но у нас появляется Хаос Найт, давно, кстати, не видел Ио Хаос Найта, и вот сейчас посмотрим мы на него, на Хаос Найта. Последний, кстати, пик у команды How Are You и How Are You Gaming. Ну, совершенно резонно здесь забанили Клокверка, потому что героя для сложной пока еще нет. И кто это может быть в сложную против Ио, Хаос Найта и Апарейшена? Я даже не знаю, кто туда рискнет вообще пойти. Слушайте, а если взять какого-нибудь Бутрайдера или Дарксира и вообще не идти сюда? Ну вот просто не идти туда и пойти пофармить леса. Попробовать. Как думаете? Может быть, имеет смысл вот так вот сделать? Или попробовать взять Джакира, ну или того же Пугну, чтобы под прикрытием машинок, то есть вот Марс уже машин, Синкер, а, это Бристлбэк, вот рискнули все-таки отправить в триплу кого-то. Окей. Так, пока у нас игра там не запустилась, я еще раз вернусь, посмотрю, что у нас там да и происходит. Да и происходит, пока ничего не происходит. Так, ага, вот, все, теперь все произошло. Теперь все произошло, и можно спокойно загрузиться в доту. Так, вот, на секундочку еще разворачиваюсь и разворачиваюсь. Паузу просит Хаос Найт для каких-то своих целей. Тогда начнем с команды How You Gaming. Hey G. Итак, Hey G, New Man. Это Тинкер, новый человек. Грасп на Вряскинге играет. Моретти играет на Скаймаге. Травка на Сэнкинге. И Артур на Бристлбеке. 19:31. Это что, время? Да, это время. Время паузы. Ну что ж, засекают ребята на всякий случай, чтобы... Если что, можно было там как-то это использовать в качестве там каких-нибудь доказательств. Так, ну и команда AVST. Команда AVST, Nothing, The Tidehunter, Крионер на Хаос Найти играет, Астрал на Банше, Пинки, вот такой вот розовый Ио. Пинки, это же розовый, да, розовенький, но, правда, цвет у него не розовенький. И I'll Will, It Will, It Will. It will end separation. Smoke, я, честно говоря, не понял, зачем Smoke. И тут как-то все... Ага, подождали. Хорошо, Хаос Найт бежит впереди. Бежит очень быстро. И Тайдхантер вот тоже бежит, но как-то... Тайдхантер еще быстрее бежал, но у него был сапог. 413 скорость передвижения была у Тайдхантера.
Крионер, конечно. Так же быстро, как и SkyMag бегает, пожалуйста. 325. Заходят они сюда наверх, поставить, может быть, варды, что заблокировать здесь какие-то спауны Тинкеру. Ну и вот, видите, центряк стоит. Центрячок стоит, обзервер тоже поставили. Окей. А тут втроем, вот так вот, а что втроем? Почему втроем здесь находится? Нет, все, уже SkyMag ушел на легкую линию. А травка, ну что, он пожирать крипов как-то умеет, вот прям сразу же, или что, или он будет блокировать, помогать блокировать ньюмену крипов этих. А, он просто ждет, понятно, он ждет здесь крипов, чтобы пойти их песочить. Все, тогда все ясно. Грасс Моретти будет стоять против Тайдхантера, вот именно стоит против Тайдхантера, потому что... Ну хотя нет, ну, тут еще непонятно кто кого, но Тайдхантер весьма плотен, так что я не думаю, что у него там совсем уж будут чудовищные проблемы, должен он, в принципе, как-то нафармить. Ну и вот Бристлбэк, вот интересно, как все-таки Бристлбэк, Артур, как же у него с этой триплой сложится, потому что трипла, ну, очень сильная. И боюсь я, что крипам его вообще не подпустят, да, вот тут Пинки зашел за этого крипи-мага и говорит, иди отсюда, Артурчик, давай. А Артур сразу себе Бристлбэк приобрел, прям на первом левеле. Тут Крионер, в общем-то, плохо фармит, уже линию пропушил, так что, на самом деле, Артур может сказать ему спасибо. Что у нас там по крипстату? По крипстату тоже все вроде неплохо. А вот, кстати, Грасп играет более... Нет, Грасп тоже играет плохо, у него два крипи-мага вот здесь уже стоят, поэтому линия пропушится еще быстрее. Так, вот. Вот сделали отвод. Ну, на самом деле, это очень плохо. Как бы, если делаете отвод, ребят, делайте сразу на две точки. И сюда в том числе. Или вообще не делайте, потому что вы просто линию сейчас пропушите очень сильно вперед. И вот посмотрите, тут уже... Тут, там блокировал как можно дольше Артур крипов. И вот они встретились. Сейчас... Ну... В принципе, нормально. Крионер должен тут как-то насобирать себе опыта. Но он точно насобирает. Вот все остальные же. Самая главная вот задача, чтобы Артур не получил опыта. И самая главная задача от уточня Граспа и SkyMag, чтобы Nothing не получил опыта. Но Nothing, понимаете, он уже третьего левела, потому что тут совсем уж было все отвратительно. И линия была запушена очень сильно. Ну, Артурчик не так, конечно, ему везет. Но, тем не менее, вот сейчас Виск, кстати... А, нет, все нормально. Смотрите, сейчас у Артура тоже все будет прекрасно. Тут уже тоже есть два мага. Они там сейчас быстро всех разберут. Тем более, одного крипа увели сюда. Так что все будет прекрасно. Ну, так давайте посмотрим, что у нас в центре происходит. В центре у нас происходит Астрал против Ньюмена. У Ньюмена 4 на 2, а у Астрала 7 на 1. 7 на 2 уже даже так. 7 на 2, 7 на 2. Все, короче, одинаково. Все, ребята, одинаково, все хорошо. Бристлбэк. Бристлбэк. Второй левел. Так, а здесь... Ага, здесь сделали отвод. Но... слушайте, смотри, как интересно. Тут был даблстак, а потом отвод. Вот так вот, Моретти. Там все крипы погибли. Ну вот это, кстати, правильное решение. Иллюзия. Травка забрала иллюзии. А он... Что-то я не понимаю. Тут травка до сих пор первого левела. Он ничего себе не качал. Он просто стаки делает. Тут стак сделал, ну и все, один стак за 3 минуты как-то маловато, если честно. Может быть еще где-то стак? Нет, больше стаков нигде нет. Там Тайд пока развлекается с иллюзией Сенкинга. Так, а у нас тут Артур, третий, говорит, ой, слава тебе, Господи, говорит, третий левел я получил. Есть у меня Сейдж Маска, скоро будет базилочка. Так, а тут Operation говорит, надо разблокировать. А, нет, надо обновить вард, но... Ну, хотя, в принципе, да, 4 минуты варды действуют, так что... Ну, сентряки, я имею в виду. Эти-то подольше ставят, смотрите, видите, тут половина времени прошла только, а там уже вард закончился. Так, ну... Тинкер, в принципе, может быть и тут можно фармить. То есть вот здесь стакать, но только надо это делать. Ага, трипл стак, хорошо, травка. Хорошо. Кстати, четвертая минута, а счет 0-0. Видите, как аккуратно играть. Ну, а не то чтобы аккуратно, просто там фармящие у всех герои. То есть здесь фармят, да, то есть никто в сложную не пошел. Вот так вот, First Blood все-таки забрали.
забрали Бристлбека, и, ну и не будет его какое-то время, 8 секунд, но скоро он вернется. Так, тут It Will челентач набрасывал, в общем-то, все дали, наверное, и Хаусболт, и Реалити Рифт, все было. Все было, но вот теперь надо попробовать тогда забрать, но тогда тут, конечно, так не заберешь, тем более Тайт до 5-го левела, он даже Грасс погоняет, вот, в некоторой степени, и паузу у нас просит Бристлбек, для чего? Бристлбек, ну, может, он что-то залагал у него, поэтому отдал он фраг. Ну вот да, тогда понятно почему, тем более у него первая спина всего лишь, не так много она поглощает, ну эти 8% это с боков, а с 16% со спины, а в два раза больше уже практически на втором левеле, ну почти в два раза больше, но больше 10 это точно. Так, Ньюмен с бутылочкой Invisibility, у него 100 монет, что-то к нему там какие-то, ага, сапог летит к нему, сапог летит. И игра возобновилась. Игра возобновилась. Так, хорошо. Игра возобновилась. И что у нас будет происходить? Ну, Тинкер тут ракеты максит, чтобы как можно больше урона не наносили. Но больше всего урона наносит лазер. То есть здесь-то 250, но это магический, а тут 230, 240, но это чистый. То есть тут четко 240, а здесь 250 минус 25%. То есть четверть урона будет нивелирована броней героя. Магическим, точнее, сопротивлением, а не броней. Травка, первый левел. Слушайте, ну вот что-то мне не нравятся такие санкинги, которые первого левела... пытаются стакать что-то, ну, типа, вот он... А, еще и подкоп, понимаете, взял, теперь ему нужен второй, чтобы как минимум зафармить вот здесь вот что-то. Вот этот вот стак, чтобы зафармить. И, ну, в общем, плохой лесник, плохой. Может, это стенд-ин в команде Хэйджи, я не знаю, но... Так, смог, но, кстати, если забрать Баншу 6-го левела, то возможно... Возможно, может. Так, вот Инкер зашел далеко, но Астрал понял. Понял, что пора... Ах, не понял, он просто бутылочка прилетела вовремя как раз, потому что пришли его гангать. Вот это да, вот просто спас, курьер спас. Ну что ж, случается иногда и такое. Так, Астрал. Ага, ну вот тут с травки уже исчезла невидимость, и Астрал это заметил, запрятался. Там какие-то активные пинги пошли от Тайда, от всех, что давайте как-то там аккуратно. Потому что, ага, вот тогда смотрите. Вот это 6-й уже левел есть, а здесь Вераскинг 5-го. То есть Тайд, считайте, выиграл свою линию, но он 19 крипов убил. Как бы это очень хороший показатель для человека, который стоит сложной. Ну и на самом деле сейчас Тайд может абсолютно спокойно прийти куда-нибудь и помочь забрать какого-нибудь любого отдельно взятого героя. Ну или вот Банша. Она на хосте может прилететь, прибежать. Так. Ну, тут проверили еще раз Банши. Банши здесь нет. Вот бы Виспу, конечно, еще 6-й. Тогда мы посмотрим, как там, ну, что будет. Ну, тут Тайт. Nothing против Граспа. Так. Как-то Хэйджи выглядит потерянно. У них, в общем-то, ничего не происходит. Хотя нет, Санкин 2-го левела уже. Но все равно это очень плохой показатель. 7-я минута. Стаков тут больше не делается. Посмотрите, вот нигде стаки не делают. Тут тройной стак в одном месте и все. Но для того, чтобы Ньюмен на 10-й минуте имел тревела, ему нужно больше стаков. Гораздо больше. Просто намного больше. Так, ну все, Вижен здесь, смотрите, окончательно исчез. А, можно уже что-то там придумывать в этом месте. Или Тинкер пошел. Ракеты, не знаю, зачем вообще максить ракеты, вот, как бы, ну, типа, просто больше дамаги, чтобы было, ну, если больше дамаги ходить, то лазер. Ну, Тинкер просто, может быть, планирует там как-то прилетать, пускать ракеты, улетать, вот так вот, тогда да. То есть, рейндж у ракеты 2500, лазер гораздо меньше, там 700 примерно, 1400 с аганимом, но до аганима еще далеко.
Ну и вот опять у нас как-то затишье такое перед бурей, что ли. Ну, надо какие-то артефакты, чтобы появились, чтобы левела, чтобы ультиметы были. Кстати, 50 на 20. Вот такая статистика. Так, тут за 5 Бристлбека забрали. 5 Бристлбека покарали. Ну, тогда уже надо тавер забирать, потому что, смотрите, тут очень много крипов. Надо просто отвести вот этих было. Ну, что ж такое? Сейчас вступят в сражение ваши крипы с чужими крипами. Тут еще Ио. В общем, как-то... Так, вард поставили еще один. Хорошо. Тинкер еле живой добрался до базы. Ну, самое главное, что добрался. А тут травка тоже за... Там, крипов отвел с линии, хорошо. Ну и Бристлбек. Где же ты Бристлбек? А Бристлбек пятого, вот оно что. Вард сейчас тоже тыкнет там куда-то свой. Так, ясно. Тинкер прилетел. И, ну вот пока Бристлбек был мертвый, реально можно было тавер забрать, если бы вот эту пачку крипов кто-то увел там в эту сторону. Вот, и все остальные просто разобрали бы башню. Тинкер, лазер. 90, а 80, 80 урона. Так, а Тайт, ну смотрите, тоже тут стакает. Потихоньку, сейчас вот будет третий стак у него. И Энкер Смэш-то промаксил-то, но... Промаксил уж совсем. Так, 52, не побежал. Вроде на 53 надо, или на 52. Ну-ка, сейчас посмотрим. 59, появились, да. Killing Spree, Хаусен, опять Бристлбек. Да что мы просто на Бристлбек это не постоянно не попадаем. Ну ладно. Армлет уже на хаос найти. Какая-то проклятая линия. Ничего там не видно. Как будто бы она из нашей реальности вырвана. Ну, потихоньку, кстати, вот 10-я минута. И вот преимущество-то уже потихоньку до 3000 почти довели. АВСТ. И я бы на самом деле начал задуматься о How Are You Gaming. Как же вы все-таки играете? How Are You Gaming-то? Пора вот как-то уже начинать играть, потому что пока эта пассивность приводит к тому, что Артур 6-й получил, но не более того. То есть как бы 0-3-0 у него, 9 крипов добито, и все просто отвратительно. Вот сейчас тут активно пингуют, как-то на него Рескинг или кто, Сэндкинг точнее, что давай там что делает. Будет сейчас отводик тут небольшой. Но ошибся травка, отводик надо делать гораздо позже. Вот здесь вот на 55-й секунде. 55-я, запомните. 55-я. На 55-й. Так, вот начал что фармить. Разогнал крипов. И то, смотрите, фармит просто... там уже стак зафармили. По 5-го уже сынки. Ну, вот, хотя бы что-то. Так, тавр забрали здесь. И вот стянули. Вот, наконец-то, наверное, мы увидим, как убьют Артура. Или нет. Или смотри, ну Артур погиб. Все-таки опинки учителя просил. И Крионер тоже стянул. Моретти это 0 брони. И сейчас просто и Моретти тоже погибнет. Да, Моретти погиб. Хотел он разменяться с Пинки, с Ио, но не получилось. А в центре у нас тоже агрессия, но на этот раз на баншу со стороны команды How Are You Gaming. Да, есть реарм, можно отпиться, но та ракетка на 350, даже если она попадет в банши, она ее не убьет. 5-0, вот такие вот дела. Слушайте, а у нас какой-то глюк, да? Ведь замер на месте Артур. Warning Connection Problems. Ну, видимо, ждет нас какой-то реконнект, или может быть это у всех. Так, ну-ка сейчас посмотрим. На трансляции проблем нету, это значит, что просто проблема в доте. Ну, окей, мы сделаем... Сейчас сделаем реконнект. Странно, что такое тут случилось. А, нет, все. Смотрите, масса артефактов появилась за время паузы. Там у кого-то Майлшторм, у кого-то Блиндагер, у кого-то Соултринка, у кого-то Барабан. Так только влетает. Ультимейт хорош, ультимейт. Ньюмен! Что же ты, Ньюмен-то? Погибает он. Тут что, хаос на это с Ио прилетели, но... Ай-яй-яй, а Ио, есть минус Ио. Ну вот распечатали противников, травка получил первый фраг. Точнее, не получилось, сделал первый фраг для своей команды, и Ио, ну... Не сумел переагрить тавер на, собственно, Хаус Найта. Вот тоже ошибка, и поэтому погиб. Поэтому вынужден был бежать вот сюда, вот. И... Ну и все. И погиб. Так, а тут тавер погибает тоже. Тавер тоже погибает через душ, через сестер, астрал. Забирает его. Ну можно пойти еще попробовать там какие-то чужие стаки забрать или что-то убить. Хаус Найт вот
занимается тем, что хочет кого-то стянуть, хочет кого-то найти, у него фулл мана, тут есть, есть тяжки, сейчас будет Рэвич, сейчас будет прыжок, Рэвич прыгает, Айдоха сбили, блин, дагер, ну что такое, Тайд, Рэвич не дал, nothing, что такое, тут стянули Граспа, и Граспа сейчас просто разберут, ну хочет банчу забрать, так, 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 вот пора, Рэвич, хорош, стянули опять Артура, Артур погибает, Граспа мультивает, там Насинга, Насинг выживает, подкопал травка, как же он трусит, забрал двоих, даже может быть троих заберет. Но нет, тут переключает Армит, говорит, будем драться, Стики прожал, будет пить, Кирионер выживает, но не выживает двое, трипл килл получается, и сейчас будет ультракилл, да, деспрофит, астрал, да, вот так вот, ну что ж, разменялись, получается, 3 в 5, неплохо, неплохо, очень даже неплохо, и ну, вот так вот у нас было, что там, 10 минут фарма, а потом сразу же прорвало команды, кстати, Ил, Септер, да, на банше. И, ну, мне понравился этот Хаос Найт, который там, несмотря на то, что у него там очень мало-мало КП, он, а стики он не проедал. Странно, почему он стики не прожал. Он просто армет переключил. Ну, думал, что этого хватит, но там немножко не хватило, потому что все-таки двое были. Фантаз, видите, на один, криты тоже на один. Шанс 10%. И полетели. Ну, на самом деле, почему бы и нет. Смотрите, у Астрала скоро ультимейт появится, а здесь вышка не распечатана еще, фактически. Дабл стак бы тут сделать. 50, 51, 52, 53. Оп, ну бей уже. 54, дождался 54 секунды. Ну, тоже, в принципе, правильно. Там тоже можно так делать. Получается все. Черные драконы появились. Какие-то пингиды, потому что варды поставили. А, команда АВСТ вот в чужом лесу. И прекрасно они видят, где там кто тинкер... Ну, а Дингер говорит, не полезешься на фантазии. Так, а там нашли, там кого нашли, там Банчу нашли, Банша, ой-ой-ой, Банша-то погибла, и Тайт, Салан, отойди, Тайт, стан, nothing погибает, nothing погибает, и тут аппарата тоже надо забирать, вот прям вот совсем надо забрать аппарат, ах, фантаз, хорошо, и копия-то новая появилась, дополнительно подкопались сюда с Мистик Флэр-то разобрали просто, но стан. А Граспа без ультимейта, Граспа просто... И его прилетел туда, там просто всех этот Хаос Найт, Кренер разбирает, и Юмена тоже сейчас, мне кажется, разберет. Но, правда, и его погибнет, подкопали Хаос Найта. А теперь 5 в 2 получился размен. Ну вот не очень хорош, ну потому что пошли без Ио, без ЦК. Ну и вот так вот оно все закончилось. Плачевно, Банши ульт не давала, естественно, у Тайда ульта не было тоже, естественно, ну и вот... Вот так вот 9 на 14. Вот так вот игры проигрываются, если хотите. А, ну да, 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 так и есть. Вот еще, знаете, 3-4 таких команды АВС не сможет камбэкнуть. Но я не думаю, что будут они такие ошибки совершать, потому что, ну, должны они извлечь. То что такое отключение от сервера? Странно. В общем, должны они извлечь урок из того, что произошло, и... Не совершать больше таких отдач. Вроде никаких не было проседаний, ничего. И тут оп, сразу же отключение. Так. Там погоня за Тайдхантером. Но Тайдхантера заметил. Да, но тут Итвилл прилетел, и Ио с ЦК прилетели. И вот драться есть. Стянули в Рескинга. У него нет опять ультимета. Нет ультимета, погибает он. Просто погиб. Да нам сестры, да пошли, надо Ио отвязываться от ЦК, чтобы ЦК остался. Не стянул, он стянул Ньюмена. Рэвич Ньюмена накрывает, и Ньюмен погибает. Так. А там большая гонит, Скаймага тоже забрала, и Травка выжил. Но на ход ему бросает ультимейт, они что-то порешили, Травка кстати, увернулся так вот, кстати, сюда пошел. Тогда Тавр надо забрать. Ио улетел там назад, видите, возвращается неспешно. Ну, спешно, точнее, а тут хочет. Есть применение. Сейчас будет крутой врыв. Крутой, есть! И подкоп, боже мой, он сейчас минус 4 сделает! Минус 3! Минус 4, боже мой, давай! Рэпуч! Давай! Ну, нет! Нет, ультракилл. Вот это ЦК молодец. О, в смысле, СК, Сэнд Кинг, вот это да, подкопал, убил четверых, круто. Раз, два, три, четыре, да, ну, Банша могла бы отдаться на самом деле, чтобы Рэмпэдж был. Так, тут еще один решил стак сделать, но этот стак не удался. Чуть-чуть опоздала.
Ну и что, у нас переместилось сражение двух команд вот сюда, вот в эту область. И по итогу этого сражения Тавр 1 упал. Вот этот вот Тавр упал. Но этот еще пока стоит. Тайт прилетел. Ультимейт тоже. Так, на самом деле у Граспа уже есть 11 и уже есть ультимейт. Кулдаун чуть меньше. Так, еще и Артур. Ну и... Иос, Хаус на этом тут на самом деле выжидают, куда бы влететь. Вот они там вверху пока вверху. Но мне кажется, что они должны вот сюда сейчас залетать в спину, сразу же забивать Моретти, забирать и Ньюмена. Ну и потом дальше что делать. Нет, пока они решили просто пофармить, но тоже неплохой вариант. Они в любой момент могут прилететь куда надо. Тут релокет готов, руна и невизибилити есть. Ну и наконец-то варды какие-то более-менее появились у команды. Хейджи, вот даже Сентри есть, Обзервер и Сентри, Operation аккуратненько так подтягивается. Он видел там, что кто-то там есть, и инвиз забрали. Ну и вот смотрите, сейчас на Тинкера. Вот сейчас должна быть атака на Тинкера, вот прямо сейчас должна быть атака. Прямо сейчас, ну что такое, где атака на Тинкера? Но нет атаки на Тинкера, ультимейт аппарата влетает, а вот есть, летели, хорошо, все, ноль, сразу же Ньюмен рассыпался. И вы посмотрите, куда они дождались, пока он зашел сюда, и прилетели за деревья, чтобы не было видно, чтобы только на миникарте можно было увидеть. Это вот в игре, чтобы было не видно. Но вот он вижен-то, вот он вижен, да, Аскаман говорит, что есть вижен, но это понятно, это очевидно, просто так бы не влетали туда. Так, тут Артур до сих пор в невидимости бегает, но что, как бы пока ничего. Травка, надежда команды, он себе Дискорд сразу собирает. Кстати, а сколько рецепт Дискорд стоит? 1250, ну то есть вот уже готов Дискорд. Грубо говоря, чуть-чуть дать ему пофармить, будет Дискорд. А Грасп пока ультимейт свой не отдал, у него 1700. Давайте общую ценность посмотрим уже. Тут общая ценность, да, довольно приличная. 10, потом 9000, потом аж 6. У Граспа, кстати, 6000, 6300. И вот она травка, которую вначале вроде ничего не делал, который очень долго был первого левела, потом как-то быстро получил пятый, и вот сейчас у него 8-2, то есть половину даже, ну да, где-то большую часть фрагов команды сделал именно Санкинг. Ну, молодец. Просто два великолепных ультимейта мы от него видели, и 15-й левел, понимаете, вот что там сейчас с левелами. 15-й, понимаете, у него больше, самый большой левел на карте. То есть вот уже кто керри команды, не какой-нибудь там Вряскин, который 11-го, да, которого, ну, там, типа, 2-3 статистика, а вот травка. И погоним, кстати, за замедление. В астрал, ну да, ага, не получится Иул проюзать, но даже под замедлением Скамага 295 скорость передвижения была. То есть настолько быстра эта банши. Так, ну вот готовы куда-то лететь. Так, куда прилетели? Ай, прилетели, подкопали. Хорошо, ультимейт сразу же погибает. Нас туда раскастоваться. Травка станет в Ньюмена. Ньюмен на 4 секунды погибнет. Кринерт с БКБ. Вот оно что, стягивает, погибает. Он там нет, не погибает, он фантаст использовал. Банши заходит, будет убивать Врескинга. Есть, сбили ультимейт Врескинга. Тут Крионер будет переключать, естественно, Армлет. Есть, тянул. Есть, включил Армлет. Есть, бьет Моретти. Моретти погибает. Артур там будет. Так, опять переключил Армлет. Опять. Просто катит этого Артура. Катит. Просто Лукас тянул. Убил его. Тайдхантер приходит. Ревич использовать не придется. И, ну вот. Вот так вот. Травка так и не использовал эпицентр, потому что... Не знаю, почему. Там просто БКБ был на Хаоснайте. Уже решил не тратиться как-то. Да, вот так вот. Вот такой вот он Хаос Найт. И я рад на самом деле, что мы с вами смотрим эту игру, потому что давно не было виспа с Хаос Найтом на наших трансляциях, да и вообще в принципе. И вот они появились и сразу же показали, насколько они сильны и насколько крут вообще Хаос Найт. 10-3-9 у него статистика, этот Арамблет просто переключает постоянно, живет, выживает, такие, ну, очень хорошо все делает. Круто. Реалити Рифт, но вот единственная проблема у Хаосна, это, конечно, малый запас маны. Поэтому Ио с сапогом очень важны для него. Ну, Ио пока еще не может похвастаться сапогом, потому что он нам Меку все-таки собирает. Но, может быть, у Тайда сапог есть. А у Тайда есть, и у Парата тоже сапог
имеется. Так что Operation. Operation видит Моретти. Так, ей сразу же Моретти его заметил. А, ну и еще и подкопали и Твилла. Но Тайт дал ревенч, а Твилл-то выжил каким-то образом, прилетел Хаоснойд сюда! И Тайт хорошо стал. 4 секунды, минус 3 уже, и погоня идет за Ньюменом. Ньюмен сбили Блиндагер, которого у него нет. А, и Ньюмен, ну, в общем-то, погибает. Так, Ряскинг там уходит на Блиндагере, честно говоря. Использую Блиндагер. Куда он использовал? Ага, вот сюда вот залетел, как далеко. Как-то так запрыгнул я, честно говоря. А как он туда попал? По-моему, так нельзя далеко прыгнуть. Или может он запрыгнул вот в эту область, а потом его снесло сюда. В общем, что-то там такое было. Возвращается назад этот Вилл. Но, смотрите, у нас постоянные сражения происходят вот в этой части карты. Вот. Где-то здесь, вот, в лесу Радиантов. Так, вот здесь есть, конечно, фортификация, но готовы ли защищать этот тавер? Нет, тавер защищать не готовы, соответственно, уходят назад. АВСТ, потому что что, не знаю, кстати, могли пойти забрать Рошана, очень даже могли, если бы был смоук. Ну да, могли под смоком зайти, души там были, души, интересно, видно в смоке, вот если они вокруг банши летают. Вот, не знаю я этого момента. Стоит здесь вард, который видит этот вард, но в свое время здесь нет варда, который бы давал вижен этому сентри варду, поэтому обзервер Дайер может спать спокойно. Так, опять стянули, опять тут подкоп надо ультимейта раскастовать уже! Сент-Кинг что-нибудь делает? А нет, Сент-Кинг есть! Нет, ничего, ультимейта нет, так как он просто в невидимости ушел, здесь забрали аппарата, но в БКБ бегает Крионер, а там в Ряскинг забрал Ио, но Астрал говорит, да, сейчас мы с тобой... Ага, успел в невидимость травку уйти. Стянул, кого-то подкопали, Кириньера сразу же разбили ему лицо. Вот такие вот они, жесткие эти парни. 3 в 0 получится размен. Но потому что тайда там не было с Реведжем. Ну и душ тоже больше не было. Экстра физдамаги некому было внести. Ну и все-таки сентрей не хватает команде АВСТ, потому что очень много там Сент-Кинг делает дел, подкапывает, пески пускает в глаза. Вот. А просветить его чем-то, какие-то сентри, какие-то просветки, вот гемы, этого всего нет. Ну и за счет этого команда Хейджи пока держится. Ну вообще, посмотрите, 8-3 еще, да, еще раз умер Сент-Кинг, но просто великолепный он 2 ультимейта выдал и... Кстати, давайте на графики посмотрим. Ну, ребята, графики. Графики, да, плохие графики. Графики плохие. Ну и решили защитить этот спот, потому что тут надо фармить. Поэтому поставили тут и сентряк, и обзервер. Убили вражеские. И теперь могут спокойно там фармить. Но, как бы там ни было, вот граспа сейчас можно и принять. Вот прям влетать. Ультимейта-то у него нет. А забрали Бристлбека в очередной раз вот здесь вот внизу. Как-то мы постоянно пропускаем этого Бристлбека, я не знаю. Какой-то он невидимый, что ли, на карте. Так, травка тут готовится. Ну а что, какие-то просветки есть у кого-то? Нет, ни у кого ничего нет. Ио, может быть, не, а у Ио есть просветочка. Хорошо. Хорошо. Так, иллюзии, ну, без палева пошли на Рошана. Так вот, иллюзии сейчас будут танковать. Так, ну тогда Рошана просто надо забрать. Ну, естественно, смоук никто не использовал, поэтому видно, что там бьют Рошана, поэтому подтягивается сюда травка. И поставил он сентряк, так, сразу же гаш в него, сразу же атака на Тайда, но Тайду все равно. Так, стянули, хорошо, ну вот, ну что же там, ультимейт залетает по Рейшена, ни в кого он не попадает, и 40 секунд ждать нового. 30 ровно сейчас. Ну, пока решили, что ну рад, ладно, раз так, просто будем бить Хаос Найта. Ой, Хаос Найта, будем бить Рошана. А у Хаос Кнайта, кстати, вот смотрите, Ультимейт Торп и Яша. И осталось буквально на рецептик. Но если он заберет Рошана, вот именно он нанесет последний удар, то я думаю, будет у него этот рецепт. Нет, он вроде бы не нанес последний удар. Или нанес? 200 получилось. По 200 золота, а было 200. Наверное... Нанес последний все-таки удар. И вот, ну, может быть, здесь еще забрать и будет на рецептик, который 900 стоит.
Тинкер, кстати. Блиндагер есть уже. Уже есть Блиндагер. Хорошо, 18 на 28. Тинкер с Блиндагером, ну... Ну, это уже что-то. Уже хоть как-то он более мобильным стал, более, может быть, неуязвимым, неуловимым. И Крионер дофармливает свой Мантастайл. Да, вот все, появился Мантастайл и сразу же летит. Теперь и манки-то побольше будет. А, ну манки уже побольше, смотрите. 754, то есть практически все свои проблемы с маной решил, учитывая тут еще две арканы на Тайде и на Итвилле Апарейшне. Так что все будет прекрасно. Так, ну что, готовы залетать? Релокейт есть, правда у Виспава маловато маны, так, реген использовал, так вот. Разорвал тизер, надо ждать нового. Так, Тинкер прилетел. Пески. Ну, решают, смотрите, АВСТ по центру заходить, потому что по нижней линии тут тавера нет, а заходить на хэкграунд не хотят. Так, БКБ на Астрале. И что? И пока Банши сама, что ли, воюет там? БКБ на Крионере? Что-то как-то я не понял. БКБ попрожимали и типа, и что? И ничего не произошло. Никуда не залетели и просто Тинкер, смотрите, вот так вот машинками вот такой квадрат сразу же карты закрывает и никто не может подойти в это место. Ну и вот просто бесполезно прожали БКБ, теперь 40 секунд ждать на одном, 49 на втором, потому что это практически новое, да? Так, Outed Hunter Refresher буквально через 400 монет. Ага, ага. Outed, кстати, Net Worth 8400, как и у Вряскинга. Кстати, у Вряскинга, ну там типа Жальнир почти появился, но еще не появился. Так, убили наконец-то чужой вард. И... Хейджи, вот я хочу посмотреть на травку, как он даст. У него уже, понимаете, эпицентр третьего левела. Есть Дискорд, есть Блиндагер, надо как-то попробовать ворваться. Ну, хотя там, правда, два БКБ, вот. Конечно, персонажи, которые наибольший дэмэдж носят в командных сражениях, учитывая все эти копии Крионера, вот они-то будут как раз в БКБ, и по ним вообще ничего не войдет. Ну, тогда я уж не знаю, что делать. Тогда, я не знаю, травка, смотрите, какой хитрец. Поставил здесь сентряк, чтобы, если что, видеть там что-то. Нормальный такой, интересный сентряк. Вот на ступенечке здесь. Что, опять куда БКБ прожимает? Хаоснайт прожимает БКБ. Боже ты мой, какая-то... Сколько здесь? 4 секунды БКБ. 6 секунд. Как-то это перестраховывается. То есть, знаете, некоторые иногда забывают прожать БКБ в сражении. А Хаоснайт прожимает... Не просто до начала сражения, а в принципе до начала чего-либо. Так вот как-то. Ива быстро притянулся, вот такой вот следик за ним тянется. Когда уже сеты на Ива будет выпускать, все спрашивают. Но, видимо, не придумали еще, как можно Ива разнообразить. Как можно его изменить. Может быть, эти вот усики, которые вокруг него как-то можно... Чтобы они были другие, тентакли, если хотите. Так. Чужой вардет забрали, Ньюмен возвращается назад. Кстати, у него уже есть надогон. А, еще нету надогона, еще надогон нету. Рефрешер у Тайдхантера. Ну вот, самое главное, чтобы Тайд реведжи свои давал не до начала сражения. Ага, вот он, Жальнир, есть прыжок, стан в Астрала, сразу же стянули, Граспа подкопали, есть ультимейт, все ультимейты в одну точку просто залетают туда, но пока все еще живы, нет, все-таки его забрали, но самое главное, что Крионер-то и Астрал живы, Банчар пытается уйти отсюда, там Ревэдж есть первый, сейчас будет Рефрешер, сейчас будет второй Ревэдж, и забрал троих, а Хаоснайт, сейчас будет 4-то, ультракил, ну, ребята, вы понимаете, чем это пахнет? Это пахнет, оставляет Крионеру. Души летают, Моретти, Рампейдж на Крионере.
Вот так вот пятерых убил Крионер. Ну, у нас практически был рэмбич на Сэнкинге. Рэмбич на Крионере. Просто какой-то град, просто обилие фрагов посыпалось. Ну, посмотрите. Ну, специально, вы видели, команда как бы решила, чтобы красиво уже было. Надо отдать рэмбич, хаус на эту. И так вот оно все и случилось. 19 на 33, честно говоря, камбэкнуть вот уже отсюда нельзя, слишком глубоко нырнули, скажем так, и так вот, убили. Но это всего лишь Аегис, Не успел там переключить Крионер Армлет, чтобы выжить, и просто шипиками, понимаю, Бритслбэк убил. Так, крипа забирает Ньюмен. Минус сторона, но после рэмпэджа, в принципе, неплохо. Неплохо бы и сторону забрать, и забрали. Так, рубят Тед Хантера, просто Насинг спасается. Но тут Хаус Найт, стан на 3 секунды в Грасс потянул его, копии призвал, забрал. Рассказ дают Моретти, подкопал Сенкин, хорошо подкопал его, минус все, тут БКБ на Крионере, просто рассыпал одного. Просто бьет Артура сейчас на 4 секунды, может, его Артура брала в спину, ему бьют. Но и этого хватает. И забирают. Там еще Банши, наверное, кого-то отстрелила. Астрал кого-то отстрелил. Нет, не отстрелил, но прогнал он себе Шилу. Хочет собрать. Ну, конечно же, у него 21 заряд на Блудстоуне. Боже ты мой, как у него мана. С какой скоростью мана-то регенерируется? Давайте посмотрим. 42 маны в секунду. Боже мой. Вот мечта любого Тинкера, наверное. 42 маны в секунду. А у Тинкера-то еще 1000 маны нет. Он себе приобрел ультимейт орб, хочет какой-то хек, что-то такое, ну, поздновато уже тут, если честно. Не пишут пока еще GG, how are you gaming, но GG тут как бы... Ну что, как бы все уже, я не знаю, чего ждать на самом деле. GG уже состоялось. Да, ну и вот Грасс пишет good game, well played. Действительно была интересная игра, хорошая. Мы видели старую добрую стратегию. Реводж еще дает Тед Хантер, хочет забрать Ньюмена напоследок, но нет, Ньюмен забрал Operation, но сам не погиб. Понравилась мне эта игра. Увидели мы старую добрую проверенную стратегию с Ио Хаус Найтом, которую, в принципе, на интернет, что непонятно, почему никто не использовал. Нави пытались вот этого, как его там, Ио и Тинин в миде причем, но, мне кажется, вот гораздо перспективнее Хаус Найт и Ио, если вы их взяли, их нечем было контрить. Вот видите, что они делают. 24-11, 668 ГПМ, ну, в общем, все великолепно, все прекрасно. Но мы поздравляем AWS Team, они проходят финал, и, ребят, уходим с вами на небольшую паузу, и встретимся в финале, не переключайтесь, оставайтесь с нами.